Приветствую вас на своем канале. Мой никнейм Шарон, и я занимаюсь озвучиванием различного медиа-контента как для интернет-портала, так и для кино. В сегодняшнем выпуске я буду показывать вам процесс озвучивания третьей серии китайского аниме-сериала «Благословение небожителей» для команды Unet Translate. Позвали эти ребята меня, так как я озвучивал в некогда выходившем «Магистре дьявольского культа» магистра Вэй Ина. Так что теперь получается, что Сэлянь говорит голосом Вэй Ина. В какой-то степени. На самом деле, конечно, нет. Там разные образы, разные персонажи, но голос у них мой. Надеюсь, вам понравится данный ролик. Если понравится, поставьте обязательно лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Спасибо. Поехали! А вот теперь начинаю запись. Мне нужно надеть наушники мои. Вот, они плотно прилегают к моей голове. И теперь мы можем работать. Открываем Reaper. В окрестностях горы Юйцзунь. Найфо! Фуяо! В окрестностях горы Юйцзунь ходит легенда. А злом... Подвесить конец фразы. В окрестностях горы Юйцзунь ходит легенда о злом духе новобрачного, живущем на горе. Наша с вами цель — изловить его. Как пройти к ближайшему храму Мингуана? Это вопрос. Как пройти к ближайшему храну Мингуана? Храну? Храму? Почему хра... Выходите в хран. Как пройти к ближайшему храму Мингуана? Так, тут заставочка, пропустим роли. Спасибо большое ребятам, что выписывают отдельно роли, чтобы я не тратил много прям времени в поисках своих слов. Это очень удобно. Здорово. Сяоин сказала, что все храмы Мингуана, которые строили в округе, сгорели. Это не совпадение. Думаю, их кто-то поджигал. Быстрее, в темпе и больше живости. Сяоин сказала, что все храмы Мингуана, которые строили в округе, сгорели. Это не совпадение. Думаю, кто-то их поджигал. Но зачем жечь храмы? Часто причина ненависть. Однако почему на горе Юйцзунь остался один скрытый лабиринтом, но прекрасно сохранившийся храм? К тому же статуя выполнена искусным мастером. И еще злой дух не выносил других девушек в платьях невест с улыбкой, проезжающих через гору. Так хотел сказать гору, но на самом деле это неправильно. Через гору, по-моему. И еще злой дух не выносил других девушек в платьях невест с улыбкой, проезжающих через гору Юйцзунь. И еще злой дух не выносил других девушек в платьях невест с улыбкой, проезжающих через гору Ю... Опять. И еще злой дух не выносил других девушек в платьях невест с улыбкой, проезжавших через гору Юйцзунь. Неужели причиной тому не зависть чужому счастью? Если все связать воедино, остается лишь один вариант. Надо самому стать невестой. Надо стать такой, блин, невестой, чтобы ему понравилось, и он больше их не похищал. Вот что я думаю. Ты справишься, ты вообще красавчик. Угу. Вот тут, кстати, у персонажа рот не открывается, поэтому надо внутренний звучок издать. К тому же, эти невесты безвинно пострадали от рук злого духа. Их затаенная злоба сильна. Без покровов они вкусили энергию Ян. Вот этот гарем тут поднимается с красными глазами. Смотрите, какая крепота. Как кабанери. Готовься! За что боролся, на то и напоролся. Снаружи! Резко! Быстро! Чтоб внимание прям привлечь. Снаружи! Там! Туда! Поели людей! О, заперлись в храме! Ой, пошла какая-то крепота, жесть. Прикольно. 3D-девочки тут забежали. О май. Ну, выглядит внушительно, внушительно. Спасем людей, потом схватим духа. Вот так. Уверенно, твердо он знает, что он делает. Ага, это не моя фраза, все прекрасно. Я уж подумал, моя. Они похожи. Блин, очень сложно отличать персонажей иногда. Они просто очень поначалу кажутся похожими, и по голосам они даже почти не отличаются иногда, поэтому это очень сложно. Только вникая в это все и неоднократно просматривать, начинаешь чуть-чуть что-то там различать, но неподготовленному зрителю очень трудно. Извините, что он сделал? Целуйтесь, а теперь целуйтесь. Вот тебе мужик мускулистый убежал, все. Нет спасения. Стойте! Стойте! Надо прям остановить. Стойте! Вот так. Верю. Вот в это верю. Ла-ла-ла. Чё-то там ругнулся, походу, на китайском. Все в круг! Все в круг! Хоровод водить! Славянские обряды. Ай, такие радостные побежали все. Мальчики! Чё, они там царапают? Разберись с ними, давай.
Вездесущая Линвэнь. Линвэнь! Линвэнь! Тряпку и трусы кинул свои на голову. Все, что ли? И победил? Спасибо, спасибо. Помогите, кто чем может, деньгами или аплодисментами. Вот беда, привык к этой фразе за го... Вот беда, привык к этой фразе за годы скитаний с цирковой труппой. Линвэнь! Ну, наконец-то! Ответь. Не было ли у генерала Мингуана близкой подруги? Я в опасном положении. За мной гонится дюжина мертвецов. Ну так что, должен заметить красивых мертвецов. Я в опасном положении. За мной гонится дюжина девок. Ну так что? Ну так что? Собственница очень ревнивая, с каким-либо увечьем. Была ли такая? Резко надо спрашивать. Собственница очень ревнивая, с каким-либо увечьем. Была ли такая? Будто история со счастливым концом. В этом нет ничего плохого. Лучше скажи, какое увечье получила Сюаньзы? На каком месте? Шида. Что за шида? Это... Ладно, ничего не буду говорить. А? Линвэнь? Почему каждый раз самый важный момент? Я все размышлял. Неужели тот стук был звуком шагов? Но ведь обычные шаги так не звучат. Так в каком случае человек может так сог... Так в каком случае человек может так шагать? Нога у нее! Должно быть тот, у кого покалечены ноги. Идет тут, блин. Неужели генерал П использовал ее, чтобы получить сведения, а затем и вовсе бросил, поэтому она стала калекой? Послушайте меня, Сюэньзи. Неважно, что произошло между вами, вы не должны втягивать в это невинных! Остановитесь! Прервите череду ошибок! Не выходите! Назад! Генерал, прекратите эти Генерал, прекратите эти смертоубийства! Что-то шепчет там сидит, блин, карга. Вы когда-то были отважной защитницей своей страны. Прекратите вредить себе и другим! Надо ее уговорить. Больше уверенности в словах. Убеждай. Вы когда-то были отважной защитницей своей страны. Прекратите вредить себе и другим. Генерал Сюаньзи. Генерал Сюаньзи! Не стоит. Вы ошибаетесь. Его душат. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь! Я не генерал Пэй! Я не генерал Пэй! Ты куда? Ну все, минус девочка. Все, до свидания. Нет! Нет! Его еще душили только что. Нет! Буты! Убили. Убили. Ой, жесть, убили де. За что? Она же помочь хотела! Ты мне очень помогла. Че так грустно? Девочку-то за что? Ты отвлекла внимание этой демоницы, и я с ней справился. Спасибо. Если он проголодается, пусть приходит ко мне. Беда. Она окончательно лишилась рассудка. Ух, она поехала прям. Если я свирепый... А, почему я? Почему вообще здесь? Откуда здесь я? Если свирепый будет сражаться в полную силу, обычным людям не выжить. Будь магические силы при мне. Будь магические силы при мне. Да ты и так очень, короче, магический. О, магические силы. Что произошло? Подмогу с неба. Что произошло? Генерал Пэй. Она увидела его. Она им одержима была, все понятно. Она даже страну роднего предала, а он ее бросил. И она все равно осталась им одержима. Вот это мощно. Это прям мощно. Разве это не генерал Пэй? Младший генерал Пэй. Позвольте спросить, что ждет теперь генерала Сюаньзы? Боюсь, ее не удастся удержать надолго. Она все не может забыть, что предала страну и сломала ноги ради генерала Пэя. Затаенная злоба слишком сильна. Так, покороче. Она все не может забыть, что предала страну и сломала ноги ради генерала Пэя. Затаенная злоба слишком сильна. Тут долгая сцена. Ой, у нее кровь из глаз течет. Сторонним наблюдателям трудно судить, кто прав, кто виноват. Жаль невинных. Их гибель — печальное стечение обстоятельств. Но хватит, хватит. Ну хватит, хватит. Стойте. Я разговаривал с младшим генералом Пэем в таком виде? Правда? Чем же? Умерьте свой пыл. Мы еще не закончили. Умерьте свой пыл. Мы еще не закончили. Вначале убедимся, что все люди в безопасности. Раскайтесь в содеянном, исправьте ошибку. Забудьте о наживе на продаже трупов и об... Забудьте о наживе на продаже трупов и об иных дурных деяниях. Вы должны помолиться за погибших невест. Я и сам живу впроголодь. Нужно придумать, куда его пристроить. Умерших не вернуть, но живых можно спасти. Она бы не хотела, чтобы ты так горевал. У тебя на голове рана. Развяжи бинты. Я осмотрю ее. А можно я не буду осматривать? Что там? Не страшно. Какой-то там конец серии. А, поветрие ликов. Поветрие ликов? Не может быть! Это какая-то неведомая хрень. Что это? Но ведь оно ушло в небытие сотни лет назад вместе с господином Сянь Лэнь!
Сянь-Ле. Но ведь оно ушло в небытие сотни лет назад вместе с государством Сянь-Ле! Сянь-Ле! А что это за Ле в конце? Но ведь оно ушло в небытие сотни лет назад вместе с государством Сянь-Ле! Интрига. Вот такие дела в небожителях творятся. Ссылочку на группу, где выходит озвучка с моим голосом, я оставлю в описании. Вам большое спасибо за просмотр данного ролика. Если вы впервые на моем канале, оставайтесь, подпишитесь. Будет много другого контента интересного. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы лайк-то поставили. Поставьте. Ах да, если вам интересно посмотреть, как озвучивался Вэй-Ин из аниме «Магистр дьявольского культа», ставьте лайки. Если видео соберет 2000 лайков, я сделаю этот ролик специально для вас. Все, всем спасибо, всем пока.